Всем привет, моим подписчикам. У нас выпало очень много снега. Мы уже часа два, наверное, его чистим. Вот, я вам сейчас покажу, смотрите. Похоже, как в детстве. И если сейчас это видео смотрит моя сестра двоюродная, то она помнит, что в детстве мы очень ждали, когда будут морозы 30-градусные. У нас была местная радиостанция, и мы ждали, когда нам сейчас объявят, что в школу можно не ходить. И после этого что мы делали? Мы, конечно же, шли на улицу и гуляли. Из забавных таких историй, которые связаны с зимой. Тоже лазили там в каких-то местных оврагах. В снегу была уже весна, и я вот сейчас уже не помню, то ли она, то ли я застряли в огромном сугробе. Одну ногу мы вытащили, второй сапог мы ногу вытащили, а сапог остался там. То есть фактически нам домой не в чем было идти. Представляете, вот такие веселые истории с детства. И так классно вспоминать это. Сейчас, когда снег выпал, я вспоминаю, как мы детство проводили. Смотрите, в чем я одета. У меня полный трэш. Вот такие вот веселые штаны двойные с Микки Маусом кофта. В общем, я как капуста. Я хочу сказать, что зима классное время. И обязательно, если у вас есть детки маленькие, то гуляйте с ними зимой, стройте снежных баб, катайтесь на санках, потому что вот это все дети будут вспоминать. Я вспоминаю, вот как с родителями мы тоже и на горки ходили, и на лыжах ходили. Вспоминаются вот эти именно моменты какие-то такие. Даже, знаете, не покупки для детей, не дорогостоящие какие-то там вещи, которые родители покупали. А вспоминается то время классное, которое они с нами проводили. Мы зимой даже с родителями на шашлык ходили, представляете? То есть вспоминается вот это классное, беззаботное время. Поэтому обязательно это делайте, посвящайте детям все свободное время, что у вас есть. И вам они обязательно отплатят хорошие монеты. Следите за моим каналом, я уже выкладываю по путешествиям свои предложения по майским путешествиям для вас. Так что следите за моим каналом. Я уже смонтировала видео о Польше. Наверное, сегодня тоже буду выкладывать. Так что всем удачи, зимнего настроения. Всем пока!